Давайте так, смотрите, вот она дверка. О, какой красивый ремонт. Зазор, огонь просто. Так, что еще? Смотрите, так, дверь выше, чем стойка. Потом оп-оп-оп-оп-оп. Все, дверь внутри, стойка снаружи. Стекло снаружи, стойка внутри. Все квадратное. Здесь крыша ниже, там крыша выше. Что мы будем делать? Нахрен отпиливаем крышу, выкидываем, двери меняем, крыло меняем, машину приводим в порядок. Без крыши, без крыльев, без фар, это просто какой-то трансформер. Это у нас эстетическая часть стойки. Она безопасность как таковую не выполняет. За безопасность у нас отвечает внутренние усилители. Теперь давайте смотрите, чтобы вы правильно понимали. Вот это верхняя накладочка, а это усилитель. Разница в толщине раза в три. Да? И так происходит на каждой стойке. То есть центральная стойка у нас отвечает за безопасность. Здесь два толстых усилителя. Задняя часть уже меньше несет нагрузку, потому что здесь есть крыло. Смотрите, всего лишь один усилитель и толщина его гораздо меньше, потому что здесь все-таки конструкция более, тут лонжерон, арка, чтобы вот на внешняя панель не играла, то есть чтобы не было эффекта барабана. Здесь была заменена крыша, двери, задние крылья восстанавливались, потому что крыльев не было. Теперь смотрите, как этот автомобиль сейчас приятно выглядит. Фары, я вам показывал, они были желтые, мутные. Теперь они абсолютно прозрачные. Давайте вспомним эти моменты, когда здесь был просто мрак. Все, все цело, все ровненько, все зазоры красивые. Смотрите, в острый угол отражения. Видите, абсолютно ровное. То есть нигде не видно, что автомобиль был полностью переварен. Ну, скорее всего, раз это был перевертыш, то в базе маловероятно, что что-то записано. Смотрите, какие фонарики у него интересные. То есть кузов это у нас Auris, но это праворульный автомобиль. Колесики у него оригинальные, порожки, это все его родное. Слушайте, ну я-то помню, как он выглядел, и, конечно, мне сейчас очень приятно смотреть на этот автомобиль, потому что, ну, ему просто дали вторую жизнь. Он не ушел на запчасти, а будет ездить и радовать своего хозяина, потому что это Toyota, которая...